студии «Голос за кадром» Анастасия Гайдаржи. Все готово, да? Ты жди от меня знак. Как только скажу сейчас, ты позовешь меня на сцену. Хорошо, брат, успокойся. Не впервые зовем тебя. Хорошо. Махир, ну что, ты уже был на сцене? Я упустила, не успела? Ханде, ты... Что ты здесь делаешь? Откуда знаешь про сцену? Ладно, признаюсь, я поймана. Я сегодня услышала, когда ты говорил по телефону. Когда узнала, что выйдешь на сцену, захотела прийти послушать. Все не совсем так. Какой ты человек? Все время что-то появляется удивительное, чем больше узнаю тебя. Почему ты не сказал, что выходишь на сцену? Это временами бывает. Поэтому особенно не говорил. Но сегодня отменили, ты лучше иди домой. Ты, наверное, опоздала уже. Махир, мне нужно сказать тебе кое-что. Махир, я долгое время... То есть... Ханде, ты... Ханде, что ты делаешь? Это... Я не смогла сказать. Хотела показать свои чувства. Ты ничего не скажешь? Ханде, об этом потом поговорим, ладно? Потом поговорим, ладно? Мне нужно проверить друга. Что я наделала? И парня смутила, и сама смутилась. Что за смелость такая? Молодец, Ханде, молодец. Где ты, Джихан? Где ты? Unut yeminlerini sev beni tekrar.
çekip kurtarırsın diye bekledim seni. Hiç mi duymadın ki sesimi? Hatırladın mı sana aldığım nefesleri? Tekmişiz gibi dinle kalbini. İsyan, 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 isyan. Selam. Привет. Nereye Где ты? Я шла, почувствовала себя уставшей и вернулась домой. Ничего ведь не случилось, да? Ты в порядке? Да, прекрасно. Ложусь спать. Спокойной ночи. Что значит прекрасно? Она видела? Джихан, чемпион. Я пришла. Добро пожаловать, дочка. Добрый вечер. Добрый вечер. Что такое? Ты рано вернулась? Да. Мандарин? Что с тобой, дочка? Ничего. Чемпион, скажи правду. Что-то случилось. Я в порядке, папа. Джихан. Я же сказала, ничего. Дочка, что случилось? Не переживайте, все хорошо. Я не упала, в обморок не упала, в аварию не попала. Человек может грустить не только из-за болезни. Иногда, как молодая девушка, может тоже грустить. Могут быть личные вещи, которые она не хочет говорить родителям. Я что, не могу обижаться, как обычные молодые девушки? Смотри, если я снова обидел этот парень, Али, я клянусь тебе, я ему лицо и нос. Ты отец молодой девушки. Ты что, издеваешься надо мной? Нет. Я лишь благодарю. За что? Благодарю за то, что сегодня дочь пережила всего лишь любовные страдания. Благодарю за то, что обижается на маму с папой. Как я соскучилась по таким обычным проблемам, Узу. Ты права. Пусть у нас будут обычные проблемы. Я провела с Махиром прекрасный день.
много смеялась, много веселилась. Если так, то почему мне неспокойно и грустно? Почему я чувствую себя неполноценной и наполовину? Потому что забыла. А Ханде, я не думала о самой близкой подруге. То, что я сделала неправильно. Мои чувства неправильные. Я открыла этот путь для Ханде. Я сказала, что ничего не чувствую к Махиру. А сейчас я не могу сказать, что я ошибалась. Я не могу стать между ней и Махиром. Но когда вижу их, я даже не могу писать о том, что видела, когда они целовались. Их такими. Подумала, что не могу дышать, когда увидела их. Что я такое говорю? Я не могу. Даже думать не могу об этом. Я не могу так поступить с Ханде. Смогу ли я с утра нормально встать? Итак. Вчера излила душу. Мама, ты что-то искала? Нет, прибираюсь. Это мой утренний спорт. Ты устаешь, да? Я тоже запустила домашние дела в последнее время. Ты не слушай меня. Я просто к слову говорю. Мамы бурчат. Ты когда-нибудь жалела за то, что родила 4 ребенка? Никогда. Никогда не жалела. Материнство – прекрасная вещь. Ни на мгновение не пожалела. А уж когда у человека такие замечательные дети, как вы... Как бы сказать? Мое материнство настолько, насколько ваше счастье. Сколько ваши страхи и грусти. Это что-то странное. Но очень прекрасная. Ну что, не идешь в школу? Сумку приготовлю, выхожу. Хорошо, давай. Итак, здесь закончила. Джихан. Джихан. Прошу тебя, выслушай. Дай мне пару минут. Джихан, каждое мгновение для меня дорого, и мне не о чем с тобой говорить. Ладно, можешь не уделять мне личного внимания. Садись в машину, по дороге поговорим, этого достаточно. Я на автобусе поеду в школу. Чем слушать тебя, предпочитаю послушать несколько красивых песен. А ты, если повернешь направо, выйдешь на школьную дорогу. Счастливого. Джихан. Джихан. Ну ладно, ладно, я тоже привыкну садиться в автобус. Доброе утро, брат Камиль. Подвиньтесь, пожалуйста, немного. Али, не глупи, выйди, пожалуйста.
Зачем мне выходить? Я как гражданин страны тоже имею право садиться в автобус. Есть кто не заплатил? Брат, сколько за человека? Можете передать это? Али, что ты делаешь? Не веди себя как ребенок. Отпусти. Нет, я смотрю, кого ты вместо меня предпочитаешь слушать. Али, отдай, пожалуйста. Али, отдай мой наушник. Ты оторвешь его. Али, отдай, пожалуйста. Нет, не отдам. Ты оторвешь его. Нет. Нет, не отдам. Ты оторвешь. Я лучше отдам деньги. 2 лиры было, да, брат? Можете передать? Легкой работы. Джихан, послушай, если хочешь, я встану перед всеми на колени и буду извиняться перед тобой. Пусть все слышат. Али, не глупи, не кричи, пожалуйста. Да, сейчас. Сейчас. Мое сердце сейчас, как этот микроавтобус, оно полно тобой. Твоим взглядом, твоей улыбкой, твоими страхами. Джихан, прошу тебя. Прости меня уже, прошу прощения. То есть хочешь сказать, твое сердце свободно для сойти и войти. Но прости, я не хочу сердца, которое останавливается на каждой остановке. Поэтому помолчим и не будем еще больше беспокоить людей. Что ты здесь делаешь? Это ты что здесь делаешь? Тебе не стыдно все еще ходить за девушкой? Ничего не случилось. Мы просто столкнулись. Джихан, что происходит? Ты почему перед ним отчитываешься? Кто он такой? Ни перед кем не отчитываюсь. Оставьте меня в покое. Джихан. Где удобно? Продолжай, капитан. Ты что, не понимаешь? Тебя не хотят. Пойми уже это. Джихан, подружка, нам нужно срочно поговорить. Произошло что-то невероятное. Ты не поверишь, что произошло вчера ночью. Ханде, мне нужно успеть на урок, потом поговорим, ладно? Постой, постой, пойдешь на урок, идем? Посиди пару минут. Подруга, я вчера в Кадыкеве пошла в одно заведение. И к тому же одна. И тайна. Почему? В жизни не сможешь угадать.
Ханде, ты расскажешь? Я опаздываю. Ладно, ладно, говорю. Ты готова? Держись. Вчера ночью я и Махир целовались. Вы целовались? То есть, честно говоря, я его поцеловала. Зачем ты это сделала? Не знаю. Мне было очень трудно рассказать то, что мне на душе. И я захотела перейти сразу к делу. Подумала, что так он поймет меня лучше. Подумала, что увидит, что я чувствую. А что случилось потом? Что случилось? Не скажу, что случилось, то, чего я так сильно ждала. Он удивился, очень удивился. Сказал, потом поговорим, и ушел. Как это? Парень открыто сбежал. Но он, конечно, прав. Наверное, удивился, когда ты такое выкинула. Прав, конечно, да. Но разве я не права? Джихан, ты знаешь, я Махира очень люблю. Это был волшебный миг. Все еще не могу забыть. Хотела, чтобы никогда не заканчивался. Ноги оторвались от земли. Ты лучше спустись на землю. А я пойду на урок. Что случилось? Что с тобой? По-моему, ты ни одного мнения со мной. Смотришь так на меня. И на глупости моей не смеялась. С тобой точно что-то не так. Что случилось? Думаешь, я слишком поспешила? Я слишком загнула палку, да? Да, нет. Нет, ты так подумала. Да, ты права. Я немного перегнула палку. Джихан, мне нужно немедленно все исправить. Мне нужно все исправить. То есть, как ты поняла, подруга, мне нужно найти Махира, поговорить с ним. И к тому же как можно скорее. Поговори, Ханде. Да и пусть никто тебя не держит. Вот это не так легко. Рядом с Махиром я теряю все свои способности красиво говорить. Но если ты будешь рядом, если будешь придавать мне сил, я рядом с тобой чувствую себя намного лучше. Может, тогда он поговорит со мной? Ханде, я иду на урок. Потом поговорим. Да оставь ты этот урок. Погоди пару минут, поговорим. Мне нужно поговорить с Махиром. Мне нужно понять, что он чувствует, что думает. Ханде, это ты сама должна решить, что я там буду делать. Прошу тебя, прошу, пожалуйста. Мне правда уже надоело, что ты отовсюду всплываешь. Я там, где должен быть тогда и когда это нужно. Значит, это ты не там, где должен быть. И если ты думаешь, что с таким поведением сможешь впечатлить Джихан, я тебе скажу, она давно сделала свой выбор. Я другого и не говорил. Я тоже так думаю. Али, в чем дело? Где твоя машина? На другой парковке оставил. И не говори, брат. Машина осталась у дома Джихан. На факультете нет, в столовой нет. Где этот Махир? Ханде, я не знаю, но мне нужно будет пойти на следующий урок. Мы повсюду искали, его нигде нет. Сама найдешь уже Махира. Спасибо за кофе. Подруга, постой. Та, слушай, если узнаешь что-то о Махире, сразу сообщи мне, ладно? Например, если куда-то едешь, сразу пиши мне. Если увидела где-то в школе, сразу пиши сообщение, ладно? Хорошо, Ханде, хорошо. Если узнаешь что-то о Махире, обязательно тебе доложу. Спасибо. Я понимаю, и тебя достало. Но когда думаю о Махире, ты представить себе не можешь, как бьется мое сердце. Я понимаю тебя. Правда. До встречи. Сестру искала здесь ли?
Ладно, увидимся. Пока. Привет. Ты не пошла на урок? Пойдем, закажу тебе самое плохое в мире. Мне нужно идти на урок. Хорошо, разве это не последний урок? На выходе что-нибудь выпьем. И после урока я пойду домой. У меня дома дела. Джихан, что происходит? Что-то случилось? На самом деле я с самого утра хочу с тобой поговорить, но все время что-то мешает. Если бы ты вчера вечером пришла бы, Махир, единственное, что я могу сказать тебе, не смей обижать Ханде. Ханде больше, чем моя душа. Если ее сердце будет разбито, то и мое тоже. Ладно. Джихан. Ходи. Махир? Медсестра сказала, что пациента нет, поэтому я вошел так. Заходи, заходи. Ну что, советы помогли? На самом деле нет. То есть не советы преступления. Но все пришло к такой глупой точке, не знаю, как рассказать. Ты попробуй, перед тобой доктор. После разговора с тобой я решил пойти поговорить, сделать первый шаг. И я сделал. Но потом пришел тот человек и все испортил. Это что значит? Вы что здесь делаете? Я теперь работаю здесь. Чемпион, добро пожаловать. Папа? Что здесь происходит? Пойдем немного выйдем, поговорим. И что будет теперь? Не знаю. А девушка, которая преследует тебя, ты знаешь ее чувства? Не знаю и не понимаю. Только думаю, да, между нами что-то есть. И оп, возвращаемся к началу. Махир, где в этой истории Джихан? Все запутано. Но жизнь коротка. И даже, может, для некоторых еще короче. Знаю. Хочу сказать вот что. Ты должен оставить право выбора для Джихан. Может, в жизни она захочет остаться с таким, как ты, чьи мысли запутаны. Говорю, самая близкая подруга девушки поцеловала меня у нее на глазах. Как я сейчас пойду, скажу, Джихан, ты меня любишь? В этом треугольнике, к сожалению, сердце одного все равно будет разбито. Ты должен узнать чувства Джихан. Если ей ты нравишься, то остальное решится легко. Ты слушай меня. Иди и поговори с Джихан. На самом деле, это еще та проблема. Я не могу пойти и сказать это в лицо Джихан. То есть до сегодняшнего дня никогда не говорил. Если не можешь говорить в лицо, тогда найдешь другой способ. Вот так вот, чемпион.
Когда внезапно увидел рядом Севду, я не смог сказать твоей маме, я знаю эту женщину. Запаниковал. Хочу, чтобы больше наш покой не нарушался. И что теперь будет? Даже не знаю, дочка. С одной стороны, мы весь день с Севдой в пекарне вместе. Я каждый миг вспоминаю, что обманываю маму. С одной стороны, она говорила, я ищу работу для женщины. Мне за свою глупость плакать. Или за то, что мама будто своего ребенка, всех, кому нужна помощь, впускает в дом, не знаю. Но ты тоже сделал то же самое, папа. Может, не намеренно? Но эта женщина стала причиной стольких наших проблем. А ты все еще не говоришь уйти. Посмотри, она здесь работает. Что мне было делать, дочка? Когда говорит про сына, мне становится ее жаль. С одной стороны, на ее голову бывший супруг, психопат. Мне было не по себе оставлять так женщину. Мой золотосердечный, мягколикий папочка. Мой чемпион. Правильно сделал, что не сказал маме. Я тоже не скажу. Музо? Музо, давай, хорошо, иду. А это мой брошенный котенок. Папа, если бы рядом со мной был человек, который прежде чем себя защищал и оберегал других... Послушай. Или вы помирились с этим Али? Нет. У тебя ведь в голове нет другого, да? Папа, при чем здесь это? Отлично, ты останешься со мной. Давай, до встречи. До встречи. Мама, добро пожаловать, спасибо. Дочка, спасибо. Бабушка! Милая моя. Добро пожаловать, спасибо. Можешь взять это? Это вам. Это наше. Мама, что это? Компьютер не видишь? Мама? Вы потратились, но у нас и так есть компьютер. Я его для Джихан купила. С чего вдруг, мама? Фиген, не смей. Если ты собираешься сказать нет, ты объясни мне, почему я не могу купить внучке компьютер. Дело не в том, что ты купила компьютер. Здесь не только одна Джихан живет, мама. Когда вечером приходишь с компьютером, купленный для нее, ты выбрасываешь все эти старания, которые мы, как отец и мать, проявляем. Да при чем здесь это? Вот при чем. Мы всегда стараемся воспитывать детей равномерно. То есть, когда вы только одному покупаете такой дорогой подарок, я нарушаю ваш баланс, так? Ну что вы, Юзин, милая, может, успокоишься? Что происходит? О чем спорите? Добро пожаловать. Спасибо, милая. Это кому? Или мне? Для Джихан. Она ведь учится в университете. Когда ты тоже поступишь в университет, и тебе купим. Когда будешь идти на учебу, будешь носить с собой. Это самый легкий. Большое спасибо, бабушка. Зачем нужно было? Ну что ты, чемпион? Ты наша единственная. Что сейчас произошло? Я сказала, что ей куплю. Я не взяла, думая, что она погрузится в игры и запустит уроки. В этом треугольнике, к сожалению, у одного будет разбито сердце. Ты должен узнать чувства Джихан. Послушай меня. Иди поговори с Джихан. Я не смогу пойти сказать это в лицо Джихан. Если не можешь сказать в лицо, то найдешь другой способ.